Это видео из одного из самарских ночных клубов завирусилось в сети. На кадрах молодежь отплясывает под хит такого, как Путин, который я помню еще из своего студенчества. Но это не тот трек, что исполняла загадочная группа «Поющие вместе» в далеком 2002-м. Этот клип «Поющих вместе» в середине нулевых крутили по MTV. И вот спустя 20 лет иностранные студенты, которые учатся в разных вузах в Татарстане, выпустили ремикс. Такого как Путин, такого как Путин. В этом клипе снялись и спели студенты из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении и Таджикистана. Опубликовала его 2 февраля студентка Казанского государственного института культуры Карина Нажимова. Такого как Путин, полного сил, такого как Путин, чтобы не пил. За 10 дней этот клип только в ВК посмотрели более 2 миллионов человек. И как мы видели в начале, его уже начали ставить в клубах. Но на самом деле это далеко не первая перепевка этого хита. Например, в 2008-м такого, как Путин, перепела Натали. С подругами моими романы крутит. Он так меня достал, я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Но самый удачный кавер, на мой взгляд, случился в Казани, прямо на улице в 2016-м. Парень снова влип, дурные дела. Подрался, наглотался какой-то мутик. Он так меня достал, я его прогнала. И я теперь хочу такого, как Путин. Такого, как Путин.